Вот. Теперь затергиваем. Какой у него левел? 32-й? Да, ну, high level, danger. Да, опыт с danger, high level. Получишь. А что? Синего клада больше опыта, чем самого полета. Не, ну это же не ради опыта. Пусть думает, что он говорит и как говорит. Потом альфа-самец. Из-за его галдежи только остальные будут страдать. Но хп что-то у него много, долго дохнет. Да виселинца он наш так медленно и убивает. Помнишь себя, как повесишь. А то я уже расстроился, что мы его не найдем. Слушай, давай его сейчас снимем до головы отрубим, чем париться. А не, пускай сдохнет на виселинце, а потом мертвому отрубим. Да, повисел, хватит. Отрубить, да и все. Типа обоссался, обосрался. Вытяни меня, только не отруби его. Блин, ну что это за хрень? Больше так не делай. Да, сделай скрины, пожалуйста. Вот с этого, отсюда. Сделал? Да. Один сделал. Один сделал. В Дискорде посмотри. Сейчас загрузит. Слушай, так его раками оставим. Да отруби Куска. Голову. Отруби голову. Нет, пускай, нет, пускай вот так раками стоит. Покрасьте его, блядь. И покрасить там краски я видел, где-то были. Ну вот пускай так раками стоит. Пойдем краски найдем. Что, живки уже нет, да? Не, я живку еще не сливал. Ну че, я тогда запись отключаю, да? Отрезочек будет. Так, этого я тоже в клеточку засуну.